ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий отделом по городу Нефтекамск, управлением Федеральной службы по обороту наркотиками, значит, была получена оперативная информация о том, что гражданин города Янаул занимается сбытом наркотических средств. В ходе проведения розыскных мероприятий нами данный гражданин был задержан, в ходе досмотра которого было изъято более 40 доз, разовых доз героина. В настоящее время следователем возбужденного уголовного дела проводится расследование. Данному гражданину грозит до 10 лет лишения свободы.